Вот она, последняя база батальона в Манхэттене. Кто бы мог подумать, что эти козлы засядут в здании ООН. Раз никто не собирается принимать осуждающую их резолюцию, то выселять их придется нам. Вы на месте подрыва. Устанавливайте взрывчатку. Внимание! К вам приближается противник. Противник. Внимание! К вам приближается противник. Наш агент смертно тяжело ранен. Нас тут рвут на британский флаг! Как же ты долго? Разворачивай турели и открывай главные ворота. Скорее! Остатки бегут! Остатки! 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 Остатки!
Про двор не беспокойся. ОТГ его удержит. Иди в здание Генассамблеи. Твоя цель близ. Убей его как можно скорее. Огонь на поражение! Твоя главная цель близ, но мы полагаем, что в здании также находятся Киннер и тот русский. Я попросила ОТГ их поискать, но если ты их увидишь, ты знаешь, что делать. Обнаружен активный эхо-маяк. Вот, послушай, Близ в эфире. Попытаемся вычислить, где он. Сейчас я тебя подключу. Живы! Нож нам в спину! Всем, кто сейчас не на стене, приказываю выследить этого предателя и его русского дружка! Они не должны уйти живыми! Ясно? Сэр, стены больше нет! Бойцы ОТГ ворвались в здание! Ваш вертолет готов эвакуировать вас! Твою... Ладно, иду! Он попался! Вперед, в зал Генассамблеи! Внимание! К вам приближается противник! Это Близ. Твою мать, мы опоздали. Агент, с Близом мы облажались, но его штаб, возможно, еще не удрал из Генассамблеи. Давай туда, быстро! Ведение огня разрешается. У вас в группе новый агент. Они еще остались бойцы батальона. Тебе нужно... Прости, капитан, я прерву. Агент, в этой комнате должны быть все разведданные батальона по Манхэттену. Найди терминал и скачай все, что там есть. Дама права. Действуй. Агент покинул вашу группу. Противник.
приближается противник. Зачистите зону! Много любопытной информации. Похоже, батальон следил абсолютно за всеми. Тут что-то странное. Я скажу Ротсу, пусть займется. Остатки батальона разгромлены. Все уже практически закончилось, так что двигай к нашим во дворик. Там решим, что делать. Мы тут пока продолжаем зачистку помещений. Но остатки батальона уже сдаются. Штаб-квартиру ООН мы заняли. Все нормально. Жаль, только близко. Черт, вот зараза. Сэр, вражеский вертолет за двором. Все по укрытиям. Солдаты последнего батальона, это ваш командир, полковник Чарльз Блик. Говорю вам, сегодня победа будет за нами. И мы не капитулируем. Где наш дурак? Раза! До последней капли крови! Ну-ка, сбей этого гандона! Достал! Агент, по-моему, уже идет. Продолжай обстрел! Осторожно, агент! Мы не знаем, кто у него еще есть ордена. Вертолет разнес пульт управления турелями. Тебе придется перенастроить турели вручную, одну за другой. Задай жару этому гаду. Стреляй, он почти готов. Похорони этого урода. Вот это я понимаю. Агент, тебе только что удалось убить командира последней крупной вооруженной группировки Манхэттена. Тебе удалось сломать хребет батальону. Хотя это было нелегко, и мы понесли большие потери. Зато больше никто не будет вербовать мирных жителей, приставляя им пистолет к виску. Отдельные мелкие шайки еще остались, но мы их можем громить хоть пачками.